сегодняшнее мероприятие предыдущим докладчикам Николаю Трофимову и Александру Митнику. Мы поработаем в следующем режиме. Режим круглого стола. Пожалуйста, от вас вопрос. Мы попытаемся дать максимально полный и развернутый ответ. Единственная просьба, пожалуйста, вопрос только по движению моей руки, чтобы мы смогли просто эффективно работать. Хорошо? Самостоятельно с места вопросы не задавать. Я буду просто указывать, я очередь задавать вопросы, не более того. На любые темы. На любые темы. Желательно по силу всю жизнь, силу будет. Удержаться в рамках этого. Вторая просьба. Задавайте, пожалуйста, вопросы максимально громко и корректно, чтобы могли слушать все в зале. Можно? Пожалуйста, начинайте. Если я продвигаю страницу определенную по запросу, через некоторое время появляется информация, что Яндекс теперь сделал ремарк на другую страницу. Имеет ли смысл все ссылки, да, которые я скуплю, менять на другую страницу? Нет, не имеет смысла, потому что, во-первых, эти качели могут возникать случайно на несколько апдейтов, потом все это вернется на круги своя. Во-вторых, все-таки надо в первую очередь обращать внимание, какая страница является наиболее целевой. То есть какая страница будет лучше как в качестве посадочной для конечного посетителя. Скорее всего, все-таки та, которую вы изначально ставили под продвижение. Вот, и поэтому делать резкие движения в этом отношении ни в коем случае не нужно. В любом случае, сначала нужно выжидать, если уже совсем беда, то можно менять страницу. Но в первую очередь нужно все-таки подумать, может, все-таки ту, которую вы ливанку посчитал временно закрытую, чтобы она обратно вернула это. Вот, то есть всеми силами надо возвращать на ту страницу, которая лучше для пользователя. Она же важна, как страница. Да, и тем более, в любом случае, такие перетрубации, которые происходят, они могут иметь случайный характер. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Я так. Например, в общем, бренд магазина построен на базе Рето Мартин и Джума. В общем, там какой минус основной, то, что там есть копии страниц. То есть там бывает такое, что, например, страховщик из каталога, то есть из одной платформы сайта, да, есть прикарта сайта, да, бывает такое, что одна и та же страница имеет там два, там три адреса, и т.д. Да. Все, когда я столкнулся, когда подал справление, я пытался как бы уменьшить количество дублей одних и тех же страниц. Вот, то есть у меня проходит срок чуть больше полугода, и как бы, то есть, изначально были очень хорошие результаты, да? Сейчас я даже повысил как бы там 3-4 раза бюджет, но все равно по Яндексу, то есть Google у меня все топ-3, топ-4, там все запросы. То есть, там топ-5, не выше. А вот Яндекс у меня вот, то есть там 17, там 19, там 20, места, там 30, то есть вот, вот так вот было раньше даже лучше. То есть, видимо, из-за того, что у меня он переиндексируется, да, каждый раз новые страницы. Но у вас дублей там просто много получается. Да, именно, да. И вот получается, что менять полностью всю структуру сайта, там, то есть это делать через ту другую систему. Ну, дубли в любом случае нужно исключать. То есть здесь никуда не деться от этого процесса. То есть если привести вот, в одной и той же проекте положили два адреса, да, то это категорически исключает такую ситуацию. Ну, в общем, да. Может получится дубли закрыть в роботе по маске? Я вот закрыл сейчас. Есть, ну вот там все закрывать. Что есть? Расширение. САЖ 404 все на Джуму как раз. И там где-то Walmart тоже. Там в плане... Она показывает гугли все, и можно исключать. То есть она очень хорошая. Стоит недорого, она может быть сказать. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. У меня продолжение, да, уже тоже пользуюсь. Яникс, пользуюсь я тоже так же. Google топ-3, там топ-1, топ-1, собственно, все. А Яндекс это тут, что там в районе полдесятки, ну и с лишним, для среднечастотных запросов. У меня ситуация другая. Среднечастотные запросы, которые были, к примеру, полтора месяца назад, 17 и 16, которые мы не продвигали, после значения пункта продвижения, мы откатились. Причем серьезно. То есть последний апа, который были, в течение месяца, мы все глубже и глубже. Мы его в районе того, там, 35-й, 34-й, 40-й, вместо там, 15-й, 17-й, ну, 10 с копейками, скажем так. Но еще вопрос к индексату ссылок. Полтора месяца назад ссылок было проиндексировано около 5500. Персональный менеджер мне написал, что закуплена система вообще 6 лишних тысяч ссылок. После увеличения бюджета на 40%, где примерно ссылки там плюс-минус должны где-то в этих цифрах. Но месяц спустя, как было 5,5, так и есть. Я писал это не персональному менеджеру, получал ответы
начальству такое впечатление, что у нас просто посылают куда-то непонятно куда. Вот по индексату, несмотря на то, что у нас вся культура, наоборот, должны быть ссылки качественные, но ссылки не индексируются. Мы не видим, ну, ссылки в течение последнего месяца плохо индексируются. Ссылки в течение последнего месяца, к примеру, плохо индексируются. Вообще индексируются. Нет, я могу сказать, что такая ситуация месяца, когда у нас бюджет был около 20, да, у нас тоже вопрос. Получается, я примерно прикинул, что у нас 25% качества закуплены и, скажем так, сколько проиндексируется. Примерно 25% не вынесется. То есть на сегодня я могу сказать, что эта цифра составляет 50% закупленных ссылок у нас не индексируется. А у вас режимы съема, они на автомате? Да, у нас автоматический режим закупки ссылок, собственно, и, ну да. Нет, ну понятно, ссылки не вынесутся, потому что объем замены идет, они снимают старые, ставят новую систему в авторежим. Нет, ну, я все прекрасно понимаю, если у меня на 6 тысяч ссылок закуплено, а проиндексировано, к примеру, 3,5, это же неправильно. Вы как индексацию проверяете? Мы только только что проверяли. А, 5,5 тысяч. А? Нет, я просто говорю, к примеру, 5,5 тысяч, понятно, да, тогда, в общем-то, логично правильно. Ну, во-первых, можем индивидуально посмотреть ваш проект, ну, просто, в общем-то, мне прислать, я с этим всем разберусь. Вот, а во-вторых, тут просто какая получается тема? Вы считаете, что там же нету какой-то линейной зависимости между увеличением затраченных средств, бюджета, да, и количества ссылок? Ну, этой линейной зависимости нет, ведь при увеличении бюджета у вас подключаются каскады с верхней стороны, и там становится меньше ссылок, но они дороже. То есть там, по сути, расширение самой белой базы SEO Plus идет со стороны более качественных ссылок. Чем дороже, собственно, слово. Я так понимаю это, да. Там просто что интересно, что есть ситуация, что последний месяц мы ползем вниз, последние полтора месяца, я бы сказал, да, скажем так, последний август, так, 6, мы ползем вниз, бюджет увеличивается, все равно ползем вниз. Но вот с этим как раз имеет смысл разбираться и как раз присылайте без проблем, сам посмотрю, все отпишу вам. А что касается того, что у вас количество ссылок падает, это логичная там ситуация. Потому что есть вообще определенные грани каскадов, которые я в последний момент анализировал, что при увеличении бюджета, там есть вот такие точки, где в два раза он увеличивается, там уменьшение количества ссылок в те же два раза при увеличении бюджета. Ну, увеличивается как качество ссылок, так скажем. Ну, естественно, качество бронепробы увеличивается и количество факторов. Ну, то есть да. Я увидел, что результаты нормальные, да, но... Просто если... Получается, 25% ссылки не индексируются. SEOKult Plus, смысл тогда? Нет, SEOKult Plus, смысл только в том, что там площадки вручную отобраны глазками. Вот, а влияние на конкретную стоимость индексации, оно связано с очень многими внешними параметрами среды. Если вот так, да, вот сейчас пропишу буквально в нескольких словах, то есть если вот мы посмотрим с вами там вот это вот $1 бюджет на слово, 2, 3 там и так далее, то смотрим там, условно говоря, вот этот вот $1, там 80% ссылочной массы идет на каскад номер 1, это такие одноцентовые ссылки. Ну вот да, вот, условно говоря, это, там TIS-10, PageRank 0, там внешних 2 там, и так далее, вот они, 15, ну 15 центов, но это старая вариация интерфейса, условно говоря, не одноцентовые. Вот. А если посмотреть на каскад, который работает в слове за $50, то там на такие ссылки идет 35%. Причем в количественном аспекте 35% бюджет, в количественном аспекте по ссылкам, вот этот вот первый пунктик, первый каскад, это, условно говоря, ну, вот эти 80% это там 10 ссылок, понимаете, то есть там вот такая вот штука уходит. То есть на $1 идет 100 ссылок, ну 80 в данном случае, а не одноцентовые. Вот. Мы здесь за $1 8 ссылок получаем, а здесь мы за каждый из $50. Только исходя из 35% уходим, да, уходим на этот каскад. Поэтому количество падает. Почему система SEOKult, даже персональный менеджер, не предоставляет такую информацию, как объем количества закупленных ссылок и объем, скажем, тех, которых не выявится? Почему? Да, ой, все просто, потому что это какую-то панику, по-моему, начинает вызывать. Да, дело даже не в панике, я же говорю, вызывает вопрос, почему увеличивается бюджет, увеличивается объем закупленных ссылок, ну или даже, да не объем ссылок, а качество закупленных ссылок, а позиции не меняются. Вы сейчас изменили бюджет, у вас снялся не индексатор, условно говоря, в огромных масштабах, у вас появились новые ссылки.
момент, ну, время, которое необходимо для того, чтобы эти ссылки, во-первых, проиндексировались, во-вторых, приросли к ранжированию, он достаточно приличный. То есть, в любом случае, подобного рода действия, они в определенных моментах могут вызывать вот такие вот стагнации. То есть, срок индексации ссылки бывает для месяца, до двух. Думаю, нормальный ссылка, как правило. А срок передачи веса там, от момента индексации еще месяц-два и три. Ну, мы понимаем, что... А теперь наложите на это, что речь идет о двукратном увеличении бюджета. То ну, есть да, не реостатном там 10% ежемесячно, а двукратном, единовременно, единоразово. Обычно, да, обычно бюджет точечный на отдельные слова. Я обычно как я делаю? Мне условно, там, на слово условно, добавляет бюджет, да, я как делаю? Беру в начале чек. Как бы мы говорили, что там система себя будет закупать постепенно, то есть потому что сайт у нас не слишком такой, скажем так, старый, мы чтобы резко ссылочку массы, мы страхуемся. Ну понятно. Четверть, половину, там уже смотрю, есть рост, нет роста, как попали, кто не попали, там уже дальше. Еще вот посмотрите, вы упали, условно говоря, с 15 места по 35, ну, примерно по словам, и по большому количеству слов. У нас получилось, мы подключили, ну как стратегия, низкочастотная подросла, среднечастотная тоже низкочастотная вытянула, среднечастотная, высокая частота. У нас получалось, высокая частота, мы ее не двигая, была 17-я. После того, как мы, а среднечастотная, ну там 10 плюс-минус, вот от 10 до 25 позиций. Мы подключили среднечастотные запросы. Среднечастотные запросы упали. То есть они были там 10-е, 20-е, они упали 30-е, 40-е или вообще 50-е люди. А большом в целом количество запросов подключить? Среднечастотных запросов мы подключили 7 штук. 7 штук. А НЧ остались в топе? НЧ, ну вот последние вот 4 АПа, которые были, мы так, скажем, мне вот так вот все красное. Все красное, понятно. А вы контент проверяли на там возможность воровства? Ну, у меня стоит там, я каждый месяц, и, в принципе, там, где был, уже убрали. Ну, не было. Очень не было просто такого, похоже на какие-то санкции, непонятно за что. То есть вот тут бы поразбираться, потому что если говорить о последнем месяце работы, то у нас наоборот, и последние, тем более апдейты, они в среднем по системе идут все в плюс. Показатели системные очень-очень высокие на последних апдейтах системы показывают. У нас даже на полпроцента общий процент состояния вот тот. Так что я действительно не видел даже глазами тех, которые все красные, ну, за последний месяц. Надо же на санкции еще на разные после посмотреть. Чего убрали вот этот уникальный контент? Были какие-то звоночки? Чего убрали? Чего, если увидим вот этого уникального контента? Нет, почему убрали уникальный контент? Кто-то подсказал, там персональный менеджер или кто-то сфокусировал ваше внимание, уникальный контент уберите сайт. Я пользовался fixtrader.ru, да, и раз в месяц нам приходит сообщение, где есть плагиат. В принципе, по нашему виде там был один раз, его там убрали буквально там, через несколько дней, и скорее даже не успел перефиксировать. То есть у нас нет такого, чтобы я там пассажир выбирал, и кто-то стоял выше нас или ниже нас. Присылайте конкретно.